Всем доброго времени суток. Сегодня я попробую перебраться за пределы карты при помощи вот этого автобуса. Пробуем с оригинальным автобусом перелезть. Неужели реально невозможно это сделать? Сейчас я это проверю. Мы направимся за пределы карты. Нужно переехать через мост. Мне кажется, что при помощи автобуса не особо круто это получится сделать, потому что он не такой высокий, как, например, был грузовик. Вернее, разработчики, наверное, по ошибке сделали один единственный грузовик выше, чем остальные. То есть только рыбный этот зеленый грузовичок, он мог помочь нам забраться через забор, перебраться и за пределы карты ливануть. Но вот посмотрим, можно ли при помощи автобуса сделать то же самое. Получится ли у нас? Покажет время. Ну а пока что можем наслаждаться этой замечательной поездкой. Эх, ночной город. Только как-то он не выглядит по-ночному. Он выглядит больше как, утро, наверное, или вечер. Потому что я не вижу прям, чтобы было слишком темно. Итак, наш автобус просто валит. Это максимальная скорость, 60 миль в час. Мы уже у цели. Направляемся. Ну, сейчас я это проверю, получится или нет. А вы как считаете? Просто легко сносит автомобили, не то что ЛАЗ-695. Ну, это модификация автобуса, я делал в предыдущем видео. Вот, сейчас попробуем аккуратно заехать и выполнить вот этот вот трюк, перелезть через забор. Так, ну вот сейчас я его припаркую. Все это нужно сделать очень аккуратно и близко получается, вот так вот. Даже чуть назад, наверное, отъехать. Давай. Вот так, наверное, мне кажется, подойдет, чтобы успеть перелезть. Ну-ка, попробуем это сделать. Не получается, как мы видим, потому что автобус ниже, чем основание забора. А если я вообще возьму и чуть дальше отъеду? Не получается, нужно его чем-то отодвинуть. А если я через вот это... Почему-то не могу я залезть в автобус. Нам понадобится автомобиль, при помощи которого мы сможем отодвинуть автобус. Тут водилы настолько наглые, что они просто берут и сбивают банально. Ну что ты, гнида? Вот его просто невозможно остановить. Я пытаюсь выкинуть его из тачки, и не получается. Вот сейчас копы на нас будут агриться. Это придает особый колорит. Вот гнида, а? Высаживает нас. Ты чё лезешь? И куда тебя не бросят, а? Скотина. Вот гадость. Какая, а? Всё-таки бывают такие люди, которые вот не зовут их, и они вот сами лезут. Чё-то им надо все время. Вечно раздражают. Ну, сейчас я попробую его отодвинуть. Как обычно. Еще ничего не успел сделать, уже лезут. Мне нужно пододвинуть автобус, чем я сейчас и займусь. Нет бы, копы помогли бы. Они же вроде должны нам помогать в игре. Ну-ка. Сейчас я попробую его пододвинуть. Получится ли у меня или нет? Мне кажется, как-то так. Ну вот сейчас я их попробую обхитрить. Я играю на сложном уровне, поэтому они сейчас будут стрелять в меня. Разрешаю открывать огонь. Хедшот. Где там еще один? Прячется где-то там. Все, вырубился. Вот, я хочу попробовать перепрыгнуть так с разбега. Но ничего не получается, нам нужно сесть в автобус. Он очень тяжелый. И попробовать его припарковать. По-нормальному припарковать. Вот так вот. Теперь-то точно получится.
Ну вот смотрим, опять же, он намного ниже, но вот если пересечь вот эту часть, это опять выбрасывает, то есть это не я вытяну. Сейчас проверим еще раз, если я вот прямо отсюда сигану. К сожалению, не получается, а прыгать он не может. Вот почему он прыгать не может, я не знаю. Нажимаю на пробел, ничего не получается. Его просто скидывает куда-то. Вот от этих теперь чудиков надо отстреливаться. Сейчас. Мне кажется, это невозможно. При помощи обычного автобуса сделать это нереально. Вот такой у нас экшен. Так, а чё они? Сюда, что ли, полезли? Дядя, ты уникум. Вот и все. Замочили нас. Но, в принципе, вот, вы сами все видели, что сделать это нереально. Всем спасибо. С вами был Михаил Супер. Еще увидимся.